Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я в роли официального обозревателя компании Oriflame, и будем мы с вами тестировать новый продукт. Новинка — это бустер для лица из серии Optimals, антиоксидантный. Итак, сначала расскажу, что такое бустер. Ну вот представьте, что вы съели лишний кусочек шоколада, или у вас была бессонная бурная ночь, и утром вы встаете такая вся помятая, лицо выглядит несвежим, уставшим, и хочется прям его включить, то есть, да, дать такую подсветку лицу, чтобы кожа засияла, чтобы щечки зарумянились. То есть нам нужно с вами освежение. Тогда мы берем бустер. Именно в этот бустер входит состав витамин С и специальный комплекс Swedish Blend на основе клубники и облепихи. Представьте, какой приятный вкусный состав. По запаху бустер ничем не напоминает нам клубнику, то есть запаха я не чувствую совершенно. Как им надо правильно пользоваться? Мы берем крем, желательно, чтобы крем тоже был от компании Oriflame. Я буду сегодня тестировать крем Экологен Wrinkle Power, это мой любимый крем, так как Optimals крема у меня нет, да, я буду с этим. Лопаточка крем, небольшое количество крема, вот так прям достаем капельку крема, совсем чуть-чуть. Баночку желательно сразу закрыть, чтобы туда не попадал воздух и пыль из воздуха. И я ладошку буду использовать как тарелочку, то есть это мое блюдечко. Далее, здесь у меня уже в пипетке бустер есть, и я капаю 2-3 капли, давайте 3. Я люблю, чтобы было вкусно и хорошо, чтобы коже было максимальное питание. И прям чистыми пальчиками мы вот так делаем с вами замес. Бустер смешиваем с кремом, он великолепно смешивается, как вы видите. Бустер, он такой густой, то есть это не просто вода, он не льется, это нормальный бустер. И пальчиками переносим на кожу. Я просто раскидываю в разные места равномерно, чтобы крем распределился везде столько, сколько нужно. А пока я распределяю крем, я вам расскажу, что я уже бустером попользовалась несколько раз. Прежде чем выйти к вам в эфир, мне было интересно послушать ощущения кожи. И вот вы сами сейчас увидите, как наносится классно крем именно с бустером, и кожа моментально становится розовенькой. Вот это я заметила, мне так понравился эффект. Особенно это, видите, хорошо видно в том случае, как говорится, чем хуже, тем лучше. Чем хуже состояние кожи, тем более ощутимый эффект, то есть более ощутимая разница. Так вот, смотрите, что у нас с вами получается. Я вбиваю крем, именно вбиваю так пальчиками, то есть я его не размазываю, не тяну кожу. Я его аккуратненько вбиваю по массажным линиям. Как массажные линии у нас распределяются? То есть если лицо по центру мы разделяем визуально, то от середины подбородка мы двигаемся к мочке уха, от крыла носа мы двигаемся к вискам, носик вниз, а лоб в стороны. Если вы работаете шеей, а шеей, конечно, обязательно нужно работать, потому что эта зона декольте, она стареет очень быстро, очень рано. А шея у нас делится на такие части, есть передняя часть и боковые. Переднюю часть мы делаем движение вверх, потом вот сюда переходим и спускаемся вниз. Здесь лимфа, лимфоузлы. Получается, мы подняли кожу сюда, потянули, да, кровь втолкнули сюда в лимфу, здесь она очистилась и спускается сюда чисто. То есть мы таким образом еще помогаем усиливать кровообращение и правильно направлять движение потока крови, чтобы оно заодно сразу очищалось. Я не знаю, видите ли вы на камеру, но вот я вижу, что личико мое выглядит очень свеженьким. Конечно, нужно, чтобы какое-то время прошло, чтобы крем лучше впитался с бустером, но уже сразу ощущения легкие, очень приятные. Крем легко впитался, и вы видели, что количество средства мало. Расход у бустера будет очень незначительный. Мне в предыдущий раз я брала питательный бустер, я им пользовалась, по-моему, 3 месяца. То есть это очень такой долгоиграющий продукт. То есть вы себе взяли и спокойненько несколько месяцев красуетесь, да? Цена продукта 359 рублей в шестом каталоге, он идет по акции, почти 50% скидка, поэтому я вам рекомендую сделать себе такой маленький подарочек для себя и для своей кожи, чтобы выглядеть еще лучше. Если вы уже продукт этот попробовали, напишите в комментариях свой отзыв, потому что всегда интересно, а как вы ощутили, потому что у нас у всех разная кожа, для кого-то эффект более яркий, для кого-то менее. Вот, поэтому пишите, буду рада вашим отзывам. И до новых встреч! С вами была Лилия Донскова, пока-пока!